Всем привет! Сегодня будет небольшой ролик по поводу неисправности системного блока. Суть заключается в том, что мы его включаем, и у нас нет изображения на мониторе. Монитор активен, изображение отсутствует. Значит, причина неоднозначная. Давайте посмотрим, что можно с этим сделать. В первую очередь проверяем провод, соединяющий монитор и видеокарту, потому что часто он выходит из строя. Вторым делом вижу смысл переставить оперативку из одного слота в другой. Ну а еще лучше было бы вообще вставить заведомо исправную для проверки. Далее хочу проверить видеокарту. При возможности, если вдруг ваш процессор поддерживает интегрированное видео, можно попробовать вставить VGI кабель в материнскую плату. Иногда бывает достаточным просто протереть контакты видеокарты и оперативки. Но в моем случае я хочу подкинуть заведомо исправную видеокарту и посмотреть результат. Ну и, к сожалению, из всего перечисленного, из самых простых способов нам ничего не помогло. Сейчас будем смотреть, что можно придумать еще. Рассказываю банальные вещи, которые, в принципе, меня самого периодически удивляют. Просто взял и протер ластиком оперативную память, то есть ее контакты. Сразу это сделать я как-то не додумался. Ну, в принципе, как обычно. Начинаешь ковырять, и самое простейшее делаешь в конце. По итогу протер хорошо ластиком контакты оперативки. И все. Все работает, все прекрасно. Как бы цель этого ролика показать вам, что порой не обязательно какие-то познания огромные знать в компьютерной технике. Достаточно просто достать было плашку памяти, протереть и все. Вот просто все. И все замечательно работает. Вот такие вот дела.